Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр Нато. Продолжаем играть Dead Space и двигаться дальше. Нашли капитана. И, видимо, теперь можем попасть в его каюту. Что у нас там по заданию? А, в инженерный отсек. Сейчас идем. По-моему, мы тут были, да? Дверь закрыта это была. Вот как раз вот здесь ты справа поднимал вкусняшку, там затем бачку. Да, точно. Предлагают вот сюда идти. Чапу. Ага. Толстый. Да. С этим-то посложнее, с этим. Проще надо руку попробовать. Что? С этим попробовать руку лучше отрубать, наверное, да, вместо головы. Голова какая-то у него бронированная. Ну, голова, да. Я вообще хотел, по-моему, это большой просто предложить. 3000 с него упало. Денег, ничего себе. Пойдем. Эй, не скрываться. Айзек! Одна из этих тварей пробралась в каюту капитана. Я сумел загнать ее в поврежденную спасательную капсулу. Так, ввожу коды доступа. Нашел борт-журнал. Что бы это ни было, все началось еще на планете, которую они расковыряли. Дрянь расползлась повсюду. Айзек, это не инфекция. Это инопланетная форма жизни. Да, у нас проблемы. Двигатели корабля не работают, орбита сужается. Немедленно отправляйся в машинное отделение. Я пока останусь здесь, найду, в чем загвоздка. А вот мы вернулись обратно. Теперь есть. Давай, наверное, сначала сохранимся. А может сначала попродаваться там? Потом еще раз. А потом еще раз сохраниться. Да. Я думаю, это будет правильно. Ну хоть аптечек нашли. Все, в принципе, я думаю, покупать не надо. Огнемет можно взять. Вопрос, надо ли. Давай, наверное, вот так сделаем, переместить. Силовый узел можно штуку купить. Огнемет. Вопрос, тратится? 11 тысяч. Да, наверное, давай, тратимся. Что-нибудь бесполезное находили, то, что можно продать? Вот можно лазерный магазин, кстати, парочку, наверное, продать все-таки. А плазменная энергия догрузить? Побольше. Да, стакаются они как-то очень плохо. Хорошо, и тогда...
лазерный магазин продать. И еще один тоже продать. И купить узел дополнительно. Может быть, по пути где-нибудь что-нибудь полезное прокачаем. С другой стороны, конечно, возможно, костюм какой-нибудь нового уровня будет. Где-нибудь. Ну, в любом случае, нужно. У нас сейчас три узла с собой. Нет, ну, в запасе все равно нужно иметь. Ну, понятно, я вот к тому, что два потратить на прокачку при встрече с верстаком, и один останется. В запас. Да. Все получается, можно отсюда уезжать, что ли? Вы же в инженерный отсек нас направляют. Не понял. Эй, здесь трупов было куча. Все кончились. В смысле все кончились? Странно, ну ладно. Конечно. Глава третья. Насколько я понимаю, мы обратно приехали. О, у нас две проблемы, и времени в обрез. Первое. Топливо не поступает к двигателям. Второе. Вышла из строя гравитационная центрифуга. Это значит, что несколько триллионов тонн камня тянут нас вниз. Ты должен запустить центрифугу, возобновить подачу топлива и включить ускорители, чтобы я стабилизировал орбиту. Супер. Далеко? Понятно. Три задачки у нас. Не забудь, если попадется, подзаряди этот свой стазис. Да-да-да, вижу. Вот это мне необходимо было. Но то как-то мало. То есть приходится еще из сейфа забирать. Не падает. Сидят. На всякий случай. Нам пока сюда не надо. Мастерская. Там, наверное, должно быть что-нибудь хорошее. Что это такое? Да, автоматы. Напитки всякие продаются. Вижу. Аудиосообщение. Личный дневник. Исполняющий обязанности главного инженера Джейка Темпл. Запись. Прошло всего два дня с момента, как они вскрыли планету. Как погиб капитан. Паника, мятежи. Все это было только началом. Наши друзья, коллеги, они стали возвращаться. Изменившиеся. Возвращаться, чтобы убивать нас. Сегодня утром пропал Ракер. И я подозреваю, что он уже мертв. Моя команда. У них встают нервы. Я присматриваю за ними, но сейчас появилась проблема посерьезнее. Мы теряем топливо. И двигатель стал работать с перебоями. Дендерс и я попробуем добраться до топливного отсека. Посмотрим, что к чему. Темпл, конец записи. Угу.
по сути, я так понимаю, мы сейчас как раз этой проблемой и занимаемся. А там больше ничего не было, да, у него? Да нет. В кабинете. Кажется, нет. Ага. Ага. Молчать. А что это справа еще? Магазин, понятно. Магазин. Верстак бы? Че, я зря что ли покупал? О, как здесь все хорошо-то. Ага, ага, лежит. Знаем мы таких. Там гравитация, что ли, нет, или что? Почему костюмы себя так странно ведут? Ну, возможно, из-за того, что игрушка старенькая. А, ну, может быть, да. Ничего страшного. Аудиосообщение. Какого черта тут происходит? Это Дэнвид, это же Хендерсон! Он спятил! Вырывает! Он вырывает себе зубы! О, кошмар. Бога ради! Боже! Он умер. Спокойно. Он жив. Но сильно приложился от двери. Господи, зачем он это сделал? Я не понимаю. О, топливо огнемета. Да. Рецептик. Да-да-да. Текстовые сообщения. Палубный журнал. Хэллов, бригадир. Я не знаю, что тут происходит. Кто-то говорит, что на корабль напали. Черт побери, кому тут на нас нападать? Сначала умирает капитан, а теперь еще это нападение. Кармак говорит, что капитана кокнул кто-то из офицеров мостика. Я не верю в эту чушь. Тут разразился чертов хаос. Я не могу связаться с мостиком. Связаться вообще с кем-либо. Все куда-то бегут, пытаются убраться отсюда, к чертям собачьим. Думаю, мне стоит сбежать вместе с ними. Насколько я помню, там была драка. И шприц-то в глаз, да, да, я да, он ему вспоминаю. Хотел успокоительное вколоть, а там драка получилась. Угу. Именно так и было. Ты знаешь, пока плазменный резак, по-моему, идеальное средство уничтожения вообще всего этого дела. Ну, специфика патроны. Это да. То есть, но против простых подходит и нормально, а вот против бронированных, конечно, плазменный идеален. Ну, я их так называю, бронированные, толстые которые. Кинезис модуль, стазис модуль, X, воздух. А, здесь два узла надо потратить. Правильно я понимаю? Да. Радиус, стазис модуль. О. Да, что раз, решил? Два, три. Ну понятно, да. То есть надо раз, два, три. Давай что-нибудь пока попроще, например. Ха. Может быть, для плазменного языка что-то? Обойму увеличить, к примеру, там, я не знаю.
А у него, видишь, у нас прокачана ущерб обойма. Угу. Лазерную винтовку можно обойму увеличить, да ущерб увеличить. Она себя очень неплохо показывает. А если толстый появится, то это еще добавится необходимости в ней. Потому что она будет многим срубать просто сразу. По идее. Ну, мне кажется, ну, наверное, да. Давай объем в любом случае на единичку и ущерб на троечку. То есть она и так мощная. И, в принципе, наверное, будет неплохо. Их знает. Или перезарядку плазменному резаку. А, сложно, конечно, сложно. Так вот. Ладно, пусть будет так. И один оставим пока. А еще мне показалось, здесь что-то лежало. Да, не показалось мне. Ладно. Пошли дальше пока. Ты мертвый? А, он-то мертвый. Снизу фигня лазит, нифига не мертвая. Ого. Она сейчас может где угодно вылезти. Черт. Просто супер. Слева там тупик? Ага. Нет, там... Тупик-тупик. Вот здесь еще не был. Течка. Дали мы... Дали бы они нам стазис-то зарядить. Можно, конечно... потратить. Здесь еще детка, аккуратно. Мне просто что-то показалось, что их нужно топтать, чтобы из них что-то выпало. Но вроде нет. Неисправность необходима. Кто там? Кинезис, понятно. Кинезис. Угу. А, подтянуть ее просто надо. Ну да. А куда оно ползло-то? Хозяйка это. Куда-куда? Вот сюда, видимо, наверх. Да. Это птельца. Ну, в принципе, ладно, пусть будет здесь пока. Так-то я смотрю, мы сюда сначала должны зайти, а потом дальше уже пройти. Угу. Получается. Ну, там все равно тупик, так что вперед. А, наверх там что-то еще. Да-да-да. Ага. Ты че не сдох-то? И мелочь там еще. Ползает. Вон она. Разве одна Слушай, была? Она разбежалась. Ну, жди на... Вон, вон, вон. А, нет, это из него.
Разбежались, да. Вот зараза. Так, а куда эта дорожка-то идет? Не очень понятно. Нам сюда, наверное, пока не надо, насколько я вижу. Да, похоже, да, дальше будет уже. Давай пока не будем торопить события тогда. Сделаем то, что от нас хотят. Сейчас даже сделаем немножко поумнее. Сейчас сделаем. Активирован режим дозаправки. Все, получается, можно двигать или дождать надо. А вот этот вагонетку, которую ты подкатил, на нее встать надо туда? Заправка уехать. Завершена. Да, там можно на ней прямо ехать. Видишь, она открытая. Что хотел сказать? Давай посмотрим просто сейчас по заданиям. Вот мы одно сделали, теперь мы можем на вагонетке проехать туда. Угу. Вот, и... Вот, вообще на нижнем уровне. Активирую центрифугу. Да. А диспетчерская тогда это где? Может, диспетчерская это вообще обратно? Сейчас я на тот, на этот уровень выйду. Ну ты открыть дверь так как минимум можешь? Да, могу. Может, ты где-то просто запертую дверь откроешь изнутри? Ну да, да, она была закрыта. Да-да-да. О, слышишь? Там кто-то протопал. Вон он. Замечательно. У нас трупы были? Был вот этот, но почему-то она его не захотела. А, ну кстати, тут магазин же. Да? Да, здесь магазин. И сохраниться заодно можно. Так что нормально, если есть возможность, лучше открывать двери. Да мы себя как обычно перемудрили. Точнее, это я сам себя перемудрил. Музыка, успокойся. Вот-вот. Там. У нас, в принципе, все хорошо. Огнемет я, наверное, тоже не буду выкидывать. Нам бы костюм новенький. Аптечку одну, наверное, пока скину тогда. Сохранится. Ну и поехали. На ту сторону. Кто тут чавкает? Козявка мелкая. Столько шума. Да, это было немножко странно.
тебя ждут явно. Опа! А, да убегай ты! Птичку съешь. Как стазис, в смысле, да, стазис пролетел сквозь него. Вот фигня такая. Все было так хорошо. Ладно. Нам куда? Нам туда. Стоп, почему-то нам туда. Неправильно. Нам. Ну. Можно еще попробовать, по идее, импульсную винтовку. Во, аудиосообщение нашли. Не стоило оставлять его в живых. Не стоило. Отключай, Денверс. Отключай. Инженерный журнал, говорит Темпл. Кто-то отрубил топливопроводы главного двигателя, а заодно испортил клапаны. Их надо починить, прежде чем снова открывать, но у нас очень мало времени. При отключенных двигателях орбита начнет сужаться меньше, чем через 10 часов. Не пойму, кто это натворил. Если один из чокнутых юнитологов, клянусь, я сверну ублюдку шею. Хендерсон сказал, они рядом, нельзя было оставлять его в живых. Заткнись, Тендерс, и тащи инструменты. Темпл, конец связи. Все, вроде больше некуда идти. Так, стоп. Слышь? Да. Куда он? Боевую позицию занимать. Вот гад. Ого-го. Да-да-да. И один ушел, главное. Ага. Называется «Ожидайте мелочь». Угу. Точно-точно. О, батарейка. Да, кстати, да. Давай-ка мы сделаем вот так. Даже если попадется по пути, ну, что поделать. Ты знаешь, иногда мне кажется, что это мелочи, если не успеваешь, там, проще стазисом бахнуть и всю кучу эту, пока они не расползлись. А оно... Шустро очень. Бахнется по кучке, вопрос. Я не знаю. Предполагаю, ну, возможно. Просто он как-то с задержкой еще этот стазис использует. Я не уверен, что можно адекватно успеть. А что это такое? Схема. Схема. Труборез. Заказать в магазине. А, так вот, нам это и надо сделать. Активирован режим дозаправки. Топлива достаточно для запуска главного двигателя. Сработал, Айзек. По датчикам у нас только четверть запаса топлива. Но этого хватит, чтобы восстановить прежнюю орбиту, как только ты запустишь двигатель. Что за... Ложная тревога. Показалось что-то. Нет, я боюсь, что здесь... Ничего не кажется. Вряд ли может что-то показаться. Хотя да. Глюки тоже присутствуют. Ну...
Получается, ей можно одно щупальце два раза отрубить. Что еще? А! Слева где-то еще, да? Ага. Один готов? Давай. Это бесполезно что-то, да? Или нет? Что? Ну, по телу. Или, или это. Есть эффект, нормально. Да? Эффект есть. А пульки только так и тратить, пульками-то обычными. Угу. Ноги особо не поотрубаешь, я думаю. Ну, то есть они как рубят, конечно. Но не очень эффективно. Патронок у меня слишком много для этого оружия накопилось. Ну, то есть слишком много, конечно, понятия растяжимое. Вот внизу лежит, ага. Не, ну это труп. Не. А вот этот? Добрый, тоже труп. Ну как-то активно с него хлещет. Да все, вроде мы здесь все сделали. Тупали нафиг. Ничего хорошего здесь нет. Сейчас как раз к верстаку еще зайдем. Может быть, нам хватит на узел еще один. Эй! О, гости. Ага, убежал. Батенька стукачок. Побежал докладывать. Жди делегацию. Не понял. Понятно. А, ну да, точно. Он делся-то? Фиг его знает. Куда-то ушел. Сейчас где-нибудь вылезет. О! Подозрительно. Подожди, а здесь у нас верстака нет? Да. У нас здесь только магазин? Да. И запись. Ну да. Ладно, посмотрим, что у нас в магазине. Труборез. Бесконтактная промышленная пила. Пила. Это мили? Ну, прям даже не знаю. Не уверен. Не уверен. Оружие. Ну, нормально. Вот импульсные заряды можно либо продать, либо в банк кинуть. Давай, наверное, пока в банк закинем. Вот так. Вообще, в принципе, можно поэкономить, конечно, допустим, импульсный этот закинуть в банк. То есть и прокачивать не импульсную винтовку, а лазерную. Черт его знает, я пока не определился. Импульсную пока никак себя не показал, в принципе. Поэтому, не знаю, подумаем. В общем, ладно, закончим на этом серию. У нас такая передышечка
Заодно сохранимся. И... вот так. Надеемся, вам нравится. Ставьте лайки. Оставайтесь с нами. И всем пока. Всем пока.